বংশী বিভূষিত করাত নবনীরদাব পীতাম্বরাদুর্ণ বিম্ব ফলাধরোষ্ঠা পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দ নাভাদ কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্তমহম ন জানে কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্তমহম ন জানে। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ স্পিকিং। Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что есть два слова Акшаджа и Адхакшаджа. Шишила Прабхупад говорит, Адхакшаджа и Акшаджа, есть два таких особых слова. И что они значат? Акшаджа значит то, что вы можете чувствовать вашими органами чувств, вашим материальным умом и глазами и прочими. То, что вы можете чувствовать вашими материальными органами чувств, то это такие материальные вещи, которые можете осознать с помощью ума, которые можете умом, как сказать, затронуть. Вот эти вот ум нельзя руками потрогать, но все же ум, он материален. И Шрила Прабхупад говорит, есть два особых слова Акшаджа и Адхакшаджа. То есть то, что вы можете чувствовать вашими органами чувств, материальным умом, это зовется Акшаджа. Это не вечное, то, что не вечное. Но что о Адхакшадже, которое вы не можете чувствовать, которое вы не можете понять, ваш ум, он не может это осознать, ваши органы чувств, они тоже не могут взять это. Это зовется Адхакшаджа-васту. Для обычных людей это практически невозможно понять. Шрила Прабхупада так много говорит об этом. Например, вы идете в какой-то храм, и там божества красиво украшены. Например, кто-то говорит, приходит в храм, просит открыть дверь, чтобы посмотреть на божество как следует, то Шрила Прабхупад говорит, что это не Бхагавад-даршан. Когда вы хотите видеть божество, хотите открыть там дверь или еще что-то, что их заслоняет, это значит, что вы материальны. Когда вы хотите видеть божество, то божества, они становятся предметом вашего наслаждения. И вы можете увидеть какие-то богатые люди, они в Индии, в интерьер своего дома украшают изображениями Кришны. То есть их, может быть, весь дом украшен изображениями Кришны. И глупые люди, они не знают, они думают, что они великие преданные, что они так много картин Кришны в его доме. Но те парамахамсы, те возвышенные преданные, они могут понять, что он в Боге, он повесил эти изображения Кришны не для поклонения, а для того, чтобы люди пришли и уважали его, что он преданный, что он очень набожный, что так много изображений Кришны, и в то же самое время он хочет наслаждаться, он хочет использовать эти изображения Кришны для своего собственного наслаждения. Это не Кришна Бхакти. Будьте внимательны, понять Кришна Бхакти. Если вы не искренне, то вам нужно будет рождаться снова и снова. Можете так потратить тысячи рождений, просто чтобы понять, что такое Бхакти. Если ваша удача очень велика, и по милости Верховного Господа вы можете соприкоснуться с возвышенным преданным,
и тогда у вас будет возможность. И поэтому я еще раз повторю то, что сказал Туласи Дас, вот эти слова. Я уже сказал об этом, и в шастрах тоже говорится, что И вот Верховный Господь, если Он не благословил вас, то своими собственными усилиями, если у вас есть власть, деньги, будете раздавать пожертвования, чтобы саду пришли, но нет, это не так. Вы не можете купить саду, они находятся за пределами вашего понимания Гуру Вайшнава. И вот Шрила Прабхупад так много говорит об этом, о Акшаджи, о Трокшаджи. Если вы можете осознать значение этих слов своим сердцем, просто если вы поймете значение этих слов своим сердцем, то тогда будьте уверены, сегодня или завтра вы что-то поймете о бхакти. Тысячи и тысячи преданных, не один или два, большинство из них, если 99%, может даже больше, они не понимают, я имею в виду, не имеют, чувствуют своим сердцем вот об этом, о материальном и трансцендентном. Просто эти два слова, эти два термина, они не могут осознать это своим сердцем, и поэтому их преданность, она смешана с чем-то. Иногда совершают какое-то бхакти, иногда ошибки, и Шрила Бхакти, он так он дает много наставлений насчет этого. Те, кто получил посвящение, следует Экадаши, воспевает Харинам, совершает парикрамы, все, они делают это, но они не видят, но бхакти почему-то у них не увеличивается. А почему? Шрила Бхакти, он так вот говорит, они глупые, они делают то, что нужно, но они не знают об одном главном. Они совершают ошибку в адрес лотосных стоп, нам и дамы, виграхи, это главное. Они настолько глупы, что не могут понять, каждую часть секунды они совершают ошибку, когда они... Например, кто-то говорит, что сейчас какой-то хороший просад, но если нам дают какой-то рис, замоченный в воде, панта называется. Ну, вчерашний рис, например, Джаганатху, рис Джаганатху, обычно после того, как, если он остается, его замачивают в воде, и на следующий день его едят. Это панта называется, но кто-то может сказать... побрезговать таким просадом из-за того, что нет должной веры. А Рагунат Дас Гасай, он ел тот, ну, такой просад, который отдавали коровам, потом он вот этот рис замоченный, он день-два заливал водой, день-два хранил, а потом солью ел. И даже сейчас в Вридаване много саду, которые так едят, им никогда тратить свое время на какую-то хорошую еду, на одежду и на прочее. У них нет времени. Шри Чайтанья Махапрабху однажды он силой забрал Джагнат Прасад с рук Рагунатха Даса Гасая, и Асваруп пришел и схватил Махапрабху, сказал, что это не для тебя, ты Верховный Господь. Не ешь это. И Махапрабху, он сказал, вот такой прекрасный просад, он этот прекрасный просад, Рагунат, он ест и не делится со мной. Вы должны чувствовать это. Я хочу сказать так много.
то, что я хотел сказать, но времени мало, я не успеваю все сказать, то, что я хочу. Однажды один так называемый преданный, он служил в Шри Чайтанья Матхе, и однажды он пришел поздно, у него было какое-то служение, и после этого, смотрите, что случилось, он вошел в... Он пришел там, где просад, и начал возмущаться, поскольку ничего нету. Я пошел совершать служение, а тот же, ну, просад не стал. Шрила Прабхупад услышал, что кто-то там возмущается очень громко. Он пришел с библиотеки, он понял, что случилось. И говорит, ты не можешь найти просад. Пойдем со мной, я покажу тебе, смотри, везде просад. Пойдем, я покажу тебе. Он пришел и показывает, ну, там было какие-то остатки. И вот Шрила Прабхупад, он показал там просад, который кто-то не доел, он его, он лежал в какой-то в этом ведре, куда остатки складывают, и Прабхупад, он принял этот просад и сказал, смотри, я могу есть, а почему ты не можешь? И то есть Шрила Прабхупад, он сделал это так, чтобы показать этому преданному, что милость просад везде, просад не значит... что, ну, то есть просад, имеется в виду, просад может быть в разных формах. И если вы это поймете, то тогда вы сможете продвигаться, и сейчас такое невозможно услышать. И вот атхокхаджа значит то, что вы не можете чувствовать, то, что вы не можете осознать вашими органами чувств. Это называется атхокхаджа. Это адвайгьян татва, уникальная татва. И Джива Госвами Пад объясняет. तथा इंद्रियों जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम जेनो मैंने केनो by whom जेनो की नाचित केनो by whom तो तत्वे all material तत्वे вся материальная татва она excellent you know his glory как сказать опустил follow what is it no अधक्षजो अधक्षजो ज्ञानम तथा इंद्रियों जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम. Это определение атхокхаджа, это то, чем все материальное, оно опускается вниз. И, и это то, что то, чья слава сарат, она сияет, она восходит от чью-то. Это атхокхаджа. Ну, то имеется в виду, что своим сиянием, своим величием оно затмевает все остальное. Это есть атхокхаджа. То, чтобы чувствовать это, нужно служить чистому Гуру Вайшнавам. И без служения Гуру Вайшнавам вы не можете это обрести. Когда мой Гурудев говорил, мне было стыдно. Но по милости Кришны ко мне все приходит все, что нужно. И что имеется в виду под собой, если вы находитесь за тысячу километров от меня, но все же вы можете совершать служение. И как, если вы можете слушать Харикатху, то, что я говорю, если вы это можете
применить на практике, в своей жизни, это есть настоящее служение. И также вы должны говорить эту харикатху, распространять ее. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. И тогда это будет служение. Служение не значит, что вы можете каких-то фруктов принести или еще что-то. И вот люди, они не могут понять этого, вот этих двух терминов. Вчера я говорил о Кришналиле из 10-й песни Бхагаватам, и вот Шукадев Госвами говорит. И вот он со всеми своими спутниками. То, что я говорю, это лила, как Кришна, он совершает ее в каждой, в какой-то браманде, поскольку это лила вечная. И вот Шукадев Госвами говорит. Дижакуло гушта сараха сарит махитрам Мадапати равагаджа чараянага Саупасупалавалашча кубжабенам Кушумито ванараджа сусви бринго Дижакуло гушта сараха сарит махитрам Мадапати равагайха чараянага Саупасупалавалашча кубжабенам Кушумито Банараджи. All Vrindavan is full of flower and, you know, fruits. I already told. И вот Вриндаван, вот такое уникальное место. Это Ананта Браманда, которая не может быть сравнена ни с чем. И всегда, каждый раз, всегда чувство блаженства, сарвакал, эти слова, все время там чувство блаженства присутствует. Все леса, цветы. Прекрасный аромат цветов, воздуха. Иногда воздух не бывает таким жестким, таким сильным. Имеется в виду, что ветер там всегда такой нежный ветер, который приносит аромат цветов. И все птицы, которые там поют, очень прекрасно. Какие-то кукушки и другие птицы. И И бабочки, которые там летают, звук их, как сказать, крыльев, он тоже прекрасен, он подобен музыкальным инструментам. И пчелы. То есть не пчелы, а Мадхупати. Мадурам баданам мадурам мадурадхипате рахилам мадурам. It's very nice. Krishna is called madhu. Madhu means honey. Значит, зовется madhu. Madhu.
это... Or I can say philosophically, extract of all beauties, infinite Brahmanda, if you have Кришна, это суть всех, всей красоты. Still I cannot compare with the, you know, это эссенция всей красоты, если ее, как сказать, извлечь, so то ее нельзя будет сравнить с Кришной. Поэтому здесь Кришна называется Мадху. Когда мы смотрим на Кришну, это подобно нектару для глаз. Когда мы слушаем о Кришне, это подобно нектару, который мы слушаем ушами. Когда мы принимаем просад Кришны, это нектар для наших уст, для языка. И поэтому Кришна он такой очень сладостный во всех отношениях. Krishna, you know, Gas Charana, and Ga means those cows, and you know, Ka, they are going, and Baldev and Krishna are playing, and you know, Krishna playing on trees, and you know, very nice. Situation is so nice, I cannot, no amount of philosophy and description is just sufficient. Чтобы представить образ Кришны, это философии мало, нужно только тогда, когда вы сами окажетесь во Вриндаване, по милости Гуру Вайшнавов, то тогда вы сможете увидеть все величие, всю красоту Кришны. Словами его очень тяжело описать. Когда Кришна играет на своей флейте, этот звук... Он вдохновляет гопи, которые слышат его. Ашрути значит какой-то звук, а ашрути значит то, что затрагивает сердце. Они слушают звук его флейты всем своим сердцем. Venugitam, it is Venugit, it's some kind of sound played by Krishna, it's called Venugit. It's giving some impact into the heart of the young, you know, Brajavasi, Mataji. They are feeling I should meet with you. То есть Кришна, когда он играет на своей флейте, все гопи, они чувствуют, что они должны с ним встретиться, они чувствуют притяжение к нему. Кришна, он Верховный Господь, он находится в сердце каждого. И для любой дживатмы это может быть каким-то грехом быть, но для Кришны он выше всего. Вот, например, в новостях кто-то однажды писал, что какой-то саду очень прекрасно играл на флейте. Это около 30 лет назад было. И вот писали в газетах, что один саду очень прекрасно играл на флейте, настолько прекрасно, что все олени, они привлеклись этим звуком. Другие саду спали, а он подумал, ему надо поиграть на флейте. И вот он начал играть на своей флейте. Но он не знал, что там какой-то дворец этого местного царька, Заминдара. Но в то время были такие, как бы эти титульные цари. Ну, как бы он не царь, но по названию царь. И вот его жена однажды... Он пока играл на флейте, эта жена этого местного царька, она услышала и пришла к нему, и этот саду испугался. И с тех пор он перестал играть на флейте, чтобы никто не, как сказать, не заподозрил ни в чем. И вот, смотрите, даже до сегодняшнего дня, если вы прекрасно играете на каких-то музыкальных инструментах, это имеет какой-то эффект на других. И вот был один преданный во время моего Гуру Махараджа. Он занимался какими-то музыкальными экспериментами. Если взять животное, брал какое-то животное, птицу,
и перед ней играл на, каких-то музыкальных инструментах и наблюдал, что эти животные, то плохо было, то хорошо, и вот он так экспериментировал. И также вы знаете, что те низкокасты, как сказать, люди с низкой касты, которые живут в джунглях, они, у них есть одно из занятий, они играют на какой-то флейте, и змея, она привлекается этим звуком, вылезает из своей норы. То есть они так ловят змей таким образом. Змея очаровывается звуками флейты. Она даже не может укусить, она настолько, как сказать, ну, очарована эта змея звуками флейты, что даже не может укусить никого. И поэтому, если говорится так про Кришну, то это так и есть. И вот они говорят, That's called Venu. Venu. And also, I told you that Baraha Piram Natavaram. If I go to discuss each and every line, every word, it will take long time. Why it is called Baraha Piram? Why Natavarabapu? Why Karnoyo Karnoyo Karnikaram? All every word have some special meaning. Каждые слова в этой шлоке, они имеют свое значение. Я объясню общее значение всех слов. Вот эти слова значат, что есть разные гирлянды, но вот это слово конкретное значит, что есть пять различных особых цветов, используется для этой гирлянды. Разных цветов, разного аромата, особые цветы. Used for to make this in a garland. It's called Bhairandinjama. Kanaka Kapisham, you know, is, you know, cloth is, you know, just like golden color, you know, like одежда на желтого цвета, подобно цвету солнца. Торидамбарайо, Брахма спикинг. Вот эти слова значат, Тридамбара значит, то есть, когда, то есть, не, вот, не солнце, а молния, его одежда, его одежда подобна цвету молнии, а уши, в ушах, за ухом, точнее, особые цветы, которые подчеркивают его, как сказать, его красоту. И Вишванатха Чакравати говорит, иногда с одного уха, иногда с другого, то есть иногда за одним ухом, иногда за другим. Кришна, он уникален, никто не может сравниться с ним. Мы все вынуждены быть привлечены Кришной, настолько он прекрасен. И еще я хочу сказать что-то о Расалиле. И чтобы обрести максимальное благо, получить радость в баджане, чтобы получать максимальное благо в Кришна-баджане, вы должны чувствовать, что вы не женщина, не мужчина. Или я могу даже сказать, что вы должны чувствовать, что вы апракрита-гопи. All
вся европейская философия, все философы, они тоже в итоге приходят к этому выводу, что до тех пор, пока дживатма будет осознает, что Кришна – это единственный наслаждающийся. Если вы не сможете осознать это, то тогда вы не сможете понять полное чувство о Кришне. Поскольку, вот, например, мужчины и женщины, они обычно, у них обратные эмоции, то есть все наоборот, и это позитивно-негативно, но как бы нейтрализует друг друга. Вот почему не женятся, поскольку, чтобы нейтрализовать, как сказать, позитивное и негативное, ну, как подобно тому, как кислота и щелочь, если они вместе, они нейтрализуют друг друга. И поэтому, если вы хотите получить настоящий, точный вкус Кришна-бхаджана, или я могу сказать, даже если вы хотите служить Кришне лучшим образом из возможных, то нет другого пути, как отправиться во Вриндаван, принять форму гопи, принять рождение во Вриндаване, как дочь гопи. И это тоже имеет огромное значение. Если будут обсуждать это, то все сахаджи отправятся в ад. Это очень большая тема. И вот перед тем, как слушать это, вы должны запомнить, что вы будете слушать то, что настолько прекрасно, уникально и несравненно. И такой философии, такого, она, такой радости Кришна Бхаджана, она очень, это наивысшая. So you see, Varaha Piram, you know, Varaha Piram, значит, перо павлина у него. Оно украшает его тюрбан. И Натавара, вот эти слова, значит, он подобен герою. Он настолько прекрасен, что любая женщина, которая смотрит на него, она привлекается. Kanaka Gopisan, Vajyanti Chama. Vajyanti Mala. Five different kinds of special flower and flower color used to make this, you know. И гирлянда, которая сделана из пяти видов особых цветов, она украшает его. И философия какова? Тут очень глубокая философия. Я кратко расскажу. Вену, это флейта Вену, она сделана из бамбука. И нектар, который находится на губах Кришны. И Кришна хочет поместить этот нектар в отверстие флейты Вену. И Кришна, он... И вот он начинает играть на этой флейте, и в каждое So Krishna wanted to, you know, put some nectar there in every hole. Играет на флейте. Randhano, not Rondo. Randhano значит. Randhano means. То есть эти у этой флейты вену там там несколько отверстий. Purayana, Gopabindai, Gopabindai, all, you know, all. У которой служит для изменения тона и. Vrindaranam, Sapadaramanam. Эти друзья, So
И вот эта земля Вриндавана, она трансцендентна. Гита Кирти, значит, уже эта песня, это звук, это кто, откуда? И вот те пастушки, они воспевают Гита, славу Кришны и Баларама, и Кришна играет на флейте, и таким образом они все вместе входят, идут в лес. Iti venuravam rajan sarvabhutamanoharam Shrutya vajustriyo sarva varnayanto bhira bhira Iti venuravam rajan sarvabhutamanoharam O Rajan! After hearing this sound, царь, услышав этот звук, все творения, not only those who are, you know, moving, не просто движущиеся, а эти холмы, камни, они тоже очень вдохновлены, когда они слышат звук флейты Кришны. Варнаянто абхир абхир. They are discussing. И вот они говорят между собой, когда Вриндаван, Вриндаван, это Вриндаван, но все же сейчас, когда Кришна играет на своей флейте, то это особые. Особая атмосфера создается. Все деревья. Эти кустарники, они все хотят танцевать, и смотрите, что картина Вриндавана. И говорится, если вы не видели в своей жизни Вриндаван, то ваша жизнь бесполезна. Гопи во Вриндаване, они служат Кришне лучше всех. Мы можем видеть, что Кришна, Он сам говорит, у меня нет ничего, чтобы я мог дать вам, я не могу отплатить вам всему миру, я... Ну, да, как сказать, отплачиваю за их служение, но нечем отплатить вам. И таким образом, смотрите, здесь гопи, они говорят, что говорят? Акшаннатам фаламидам напарам видам шакшо прасунану вивишайо тайор вайоси акшаннатам фаламидам напарам видам. What is the utility of these eyes? Какая же польза от этих глаз? И гопи, они говорят, гопи, если вы думаете, что ваши глаза не... Хотите, чтобы ваши глаза достигли успеха, то идите во Вриндаван, смотрите, что... Смотрите на Кришну Баларама, и тогда ваши глаза достигнут успеха. We don't think it is the maximum benefit of eyes to see all material thing. We think it is the maximum outcome benefit to see the lotus, you know, feet of Krishna. Мы думаем, что лучше для глаз это видеть лотосные стопы Кришны и Баларамы. Бхактам брджеша сутайор анувену юстам Jairvani pitamanurakta katakshamaksham Akshannatam phalamidam naparam vidam
Шакшо прасунану вивешатайо рвайосай Вактам брадеша сутайо ранувену юсчам Джайрвани питаману ракта каташам акшам. Very nice. But all, you know, cow and cow, you know, those coward boys, коровы, they are телята, running. Они все, и эти пастухи, они все привлечены его звуком. Вот, а когда они пришли во Вриндаван, все, они все были, эти пастушки, они были примерно одного возраста, они все были друзьями. And bhaktam brajesa satayo runuvenu jushtam. When, you know, unuvenu jushtam. And when Krishna playing on когда Кришна играл на своей флейте, то этот, looking everywhere, он смотрел везде. With a special kind of, you know, kataksha, it's called kataksha. When Krishna looking at you in this way, back, he can fall down. So power in вот, there. И Кришна, он как бы не прямо, а смотрел, так сказать, со стороны, искоса. So, if you can have the chance to see вот, this kind of, you know, beauty, эту красоту, this kind of glamour, nice. Then you can understand то тогда вы можете eyes. Понять, какое значение имеют эти глаза. Тогда мы можем сказать, что ваши глаза не достигли успеха. Зачем вы смотрите на разные материальные вещи? Вы теряете свое время, смотря на какие-то материальные вещи. То есть это все, поэтому, все материальное, оно подобно каким-то гнилым вещам, и поэтому займите свои глаза смотрением на Кришну. Малан пикта паридхан вичитравешу Мадде виражатуралам пасупала гушчам Ранге ятханат вару кочагая ману Чуто правало варахаста вагот палабжо Мала ману пиктам паридхан вичитравешу. This, you know, decoration of Krishna, the dress is so nice. Кришна, ну, украшен. Его одежда, его украшения, все украшения, оно настолько и настолько, как сказать, прекрасно украшает Кришну, что если просто посмотреть на него, можно упасть без чувств. И даже те жены полубогов, они смотрят на Кришну, они не могут, они просто падают без чувств от его красоты. Кришна, он использует какую-то, как сказать, натуральную косметику. Ну, то есть во Вриндаване какие-то такие простые вещи, там все есть природное. И Утпал значит цветок, этот падма, лотос. И перо павлина. Divachan, two. You know, in Bengali and in other Bengali, in других языках. More than one you can use, you know, plural number. But in Sanskrit, not there. Есть такое единственное и множественное число, а в санскрите там. That's why I said, be careful. Не только там единственное, множественное, еще и количественное. То есть если два чего-то два, то особое слово используется.
для обозначения. Вот Вичитравеша вот, описывает, что есть Кришна Баларам, и особо, здесь они описываются, особо описывается Кришна. And both of them, Krishna Balaram singing very nicely. And how singing? Pancham Sur. Pancham mean? И вот Кришна Баларам, они поют. Ра, ре, га, ма, па, да, ни, са. Хай. So Krishna speaking in Pancham Sur. Very high. И вот здесь описывается, что Кришна, он поет очень таким высоким тоном, и его и пение настолько прекрасно. Like you think, like you know, in theater hall, you know, some platform is there, all act, those who are acting, they are coming one by one, screen is open, you are watching very nice. Like there, it's like, you know, nice camera picture. As if some, you know, special actor doing there, and you are looking it. And it's that's why it's a rangi yatha, rangamin, rangamancha. We can come to this point when we can show, when Kamsa, this you know place, Ranga Kheta, fighting place, Ranga Shala, you can find when Krishna entering is one unique thing. That's when Krishna. Then everybody watching Krishna, according to their internal Baba, they are thinking different. Все, все, кто смотрит на Кришну, они видят его по-разному. Кто-то видит в форме Камадева. Друзья Кришны видят его как лучшего друга, старший как своего ребенка, как сына. А Камса его видит в форме Ямараджа, в форме своей смерти. И вот в зависимости от вашей бабы, вы можете видеть Кришну в в том или ином качестве. Подобно тому, как бриллиант, если вы смотрите на него с разных сторон, то его видите в разном свете. Нельзя сказать, что кто-то говорит ложь. То есть он видит бриллианты с каждой со своей стороны, и этот бриллиант сияет разным цветом. И также Бхагаватам есть 9 авторитетных комментариев, и все они принимаются, поскольку по милости Кришны, они видят этот Бхагаватам и эти шлоки с различных углов зрения, с различных точек зрения, и каждый пишет свой комментарий согласно своей точке зрения. И, вот, и поэтому они отличаются иногда. То есть каждый вот из комментаторов Бхагаватам, он комментирует ее по-другому немножко. И те, кого послал Кришна, те посланники Кришны, у них есть эти качества. И кто-то, не все могут понять, гармонизируют все эти комментарии. И поэтому специально для нас. Why? It is written only those who are, you know, like Sanatan Rup, you know, big, big devotees. They can start the whole ocean of scripture. Что великие преданные, как Госвами, Рупа и Санатан, они могут спахтать весь этот бесконечный океан Писания. Shastra is ocean, endless ocean. Shastra – это бесконечный океан. Вы не можете пересечь его, вы должны зависеть от Гуру Вайшнавов. Они могут дать вам суть всех писаний, только они могут
and speak in front of you. But if you read Mayavadi, you can go down. So that's why it is in Mayavad Siddhanto Haile Sarvanas. Все это осознать и гармонизировать, и переспорить Майяваду, если она встречается по пути. И Махапрабху говорит, если кто-то слушает Майяваду, то он может потерять свою стабильность, свою, но они все ложные, эти аргументы. Но они очень, но они доказывают, что они основаны на чем-то, но она ни на чем не основана. Она полностью ложная, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он уже доказал это. И когда буду обсуждать Чайтанья Чайтамриту, я еще раз скажу, что Варанаси перед этим великим ученым, они спорили, и я также произнес шлоку из Мадхусудана Сарасвати, он Майявади, но почему ее произнес? Тем, как оставить свое тело, он изменил свое умонастроение. Он понял, что я не должен говорить так. И вот перед тем, как умереть, все ученики пришли к нему, о Гурудев, перед тем, как оставить свое тело, скажи что-то важное для нас, что уникальное. Пурнинду сундара мукадара бинданабха Кришнат парам кимапитаттамахам наджане Кришнат парам кимапитаттамахам наджане So long I was giving an argument about Mayavadi Vedanta Datta But at last moment I am bound to confess There is no such Tatta which is just unique like Krishna Tatta И вот он говорит, что я нет никакой татвы, такой уникальной татвы, как Кришна татва. И Мадхусудан Сарасвати Пад, он был в Навадвипе последнюю часть своей жизни, он написал книгу «Адвайта Сиддхи». Там так много всяких свидетельств, аргументов. Он был ученым, но он не совершал Кришна-баджан, но только в конце своей жизни он стал совершать Кришна-баджан. Он пришел сюда, повторял имена Гауру Нитьянанды, поэтому мы можем выразить ему почтение. Вот и той шлоки, которую он произнес. Шрила Прабхупада говорит, он был майявади, но потом изменился в последнюю часть своей жизни. И so nice. Jai again, you know, stage when acting going on. И вот подобно тому, как на сцене разные актеры. Not rangi yatha natavaru kochagayo manu. And after that, those gopikas they are speaking with each other. И вот и гопи, которые они увидели Кришну, они и слышали звук его флейты, и они говорят между собой, о гопи, смотрите, это не авторитетно, почему? Поскольку Вену родилось от какого-то... Это какой-то сухого бамбука, и как это бамбук, этот бамбук, он получает нектар с лотосных уст Кришны. У нас есть право, только у нас есть право пить нектар с лотосных уст Кришны. А тут какая-то бамбук какой-то, и нам завидно.
И что за аскезы совершал этот бамбук в своих прошлых жизнях, чтобы получить такое благословение, такой нектар с лотосных уст Кришны. Это наша собственность, только мы хотим целовать Кришну. Но как это получается, что какая-то флейта? Даму дарадхару судхаму пигупиканам бхунте своям джадабасишча расам рединьо рассаттача остру мумучу старабу ятарьям. Very deep philosophy, very fine. И вот очень глубокая философия здесь, очень возвышенная. Я не знаю, как можно, как вы можете понять чувство гопи, поскольку гопи говорят, что только у нас есть такое право целовать Кришну, но тут какая-то флейта из сухого бамбука. И реки, они очень возгордились, поскольку этот бамбук, он рос на берегу реки и, соответственно, питался их водой. Эти реки, они очень радовались, они находились в экстазе. Все, смотрите, наш сын, какое высокое положение он занял. Подобно тому, как если мать какого-то ребенка, если ребенок занимает какое-то высокое положение, то мать, она... радуется за ребенка. И вот, эти реки, они говорят, это мы заботились о нашем, о этом бамбуке. И спустя вот долгое время он вырос из этого бамбука, Кришна сделал флейту и играет на ней. So everybody dancing those water sources. И вот и все эти реки были очень счастливы, слыша звук флейты. И говорится, что иногда Кришна, когда он играет на флейте, то он приходит на берег Ямуны вместе со своими сакхи, он пьет воду и также моет эту флейту в реке, в воде Ямуны. И что? И Ямуна, она чувствует себя необычно удачливой, поскольку Кришна, когда он прикасается своими губами к этой флейте, и потом, когда он омывает эту флейту в Ямуне, то нам попадает этот нектар с его уст. Ямуна, она говорит, что я стала необычно удачливой, поскольку я получила эту расу с уст Кришны. Бхунте своям джадабасишча расам рединьо рисаттача остру мумучу старабу ятарья. So you see this way, рединьо, different water source, you see, this way they are, and those, they are expressing some ecstatic feeling. Very nice. This way, actually, Кришна, the picture you try to see, picture, out of your humble attitude. So now it is written there, Vrindavanam sakibubo bitano tikirtim yaddevaki shudapadam bujalavda lakshmi govindabhinu mattamayu mattamayura nityam tikshadrishanma paratanna samasta satyam Vrindavanam sakhi guho vitano tikirti. Vrindavanam sakhi, he sakhi. Because those who are, gopi girls. И вот те гопи, они зовут друг друга. О сакхи. Guho vitano tikirti. Vitanoti means, vitanoti means expressing, propagating.
Витанати Киртам, значит, они выражают, они говорят о славе Вриндавана. Вриндаван — это наилучшее место в мире, поскольку там сам Кришна. И вот они так говорят о славе Лилы Кришны и то блаженство, которое... Что же это? Вриндаван славен, потому что там Кришна является Лилой. И вот Деваки Сута, почему Деваки Сута? Поскольку мы знаем Кришну как сына Яшоды, но Яшоды, но в Пуране, в Пуранах говорится, что у Яшоды два имени. Одно Деваки, другое Яшода. И у нее есть также связь с Деваки Деви. И поэтому и вот когда Говинда играл на флите, павлины, они пришли и начали танцевать там, и они раскрыли свои хвосты и начали как-то танцевать. Говинда бену ману матто майура нитрам прикшадришанва. Но не только это. И те павлины, не только павлины танцевали, и все творения, все живые существа на холмах и поблизости, они тоже выражали как-то свое чувство. Говинда бену playing according to that rhythm. That's why it is written, Govindo Benu Manu Matto Mayura Nityam. First of all, they are hearing вот, the tune, the, слушали, according to that they are dancing. И, like, you know, already given music. Like you learn it, you see, those who are taking lessons about dancing, as if those people have some, такие, you know, lesson already. Эти, so все живые существа, они танцевали в такт звуком флейты Кришны. Прекшадри санба паратанья самаста сатям. All, you know, they actually are valley of, you know, hill. There are many kind of small creatures also. There are some creeper trees. They are also expressing, you know. And also those gopika, they are speaking. И вот те гопи, они начали говорить, что мы неудачливы. Those deer, see deer. Оленихи, они очень удачливы, у них есть возможность смотреть на Кришну. Though they, you can speak that they are beast. И вот хотя говорили, что они животные, но все же они очень удачливы. Почему? Поскольку они бегали за Кришной. Если Кришна полностью украшен, он настолько прекрасен, и все эти олени, они пришли, собрались вокруг Кришны, у них нет рук, как они могут поклоняться, и они своими глазами, у этих оленей очень прекрасные глаза, как у коров, и они смотрели на Кришну, это было подобно поклонению, и Кришна принял такое их поклонение, поскольку Баба Грахи Джанардана говорится про Кришну так, если какой-то браман читает гиту,
Ну, какой-то Баба читал Гиту в Южной Индии, не мог читать правильно, ошибался и прочее, люди смеялись над ним. Ты глупый, необразованный, но Шри Чайтанья Махапрабху, он очень доволен был. И спрашивал, почему ты читаешь Гиту таким, с таким экстазом? Но он говорит, поскольку когда я... Я вижу, что происходит, когда читаю Гиту. И Махапрабху сказал, да, ты имеешь право читать Гиту. И вот и там говорится Баба Грахи Джанардана, то есть говорит смысл в том, что Кришна принимает то чувство, с которым мы поклоняемся Ему. Кришна не заинтересован в других вещах. You know, there, you know, in the king's palace, there, Duryodhana giving so many, you know, items to Krishna. You know, I have no idea. Duryodhana в своем дворце он так много всего предложил Кришне, но Кришна сказал, что у меня аппетита нет. The golden, you know, pot. Он все предлагал в золотых блюдах, но Кришна совершенно был не заинтересован. Но когда он пошел в дом Видуры, и он сказал, я очень голоден, накормите меня. Хотя пять минут назад у Дурьотханы он говорил, что у него нет аппетита, но когда он пришел к дом Видуры, то он сказал, что он голоден, что это. Жена Видуры, она начала кормить его кожурой бананов. Она смотрела на Кришну и давала ему кожуру бананов, а бананы выкидывала. Она так неосознанно делала. И когда Видура пришел, он увидел и начал возмущаться. Что ты делаешь? Ты кожурой кормишь Кришну, а бананы выкидываешь, и Кришна засмеялся, что я не принимаю ни бананы, ни кожуру бананов. Я принимаю чувство Бабу, сердце, с которым мне то чувство, с которым мне подносят подношение. И это такое состояние Кришны. И что же еще сказать о Кришне? И Кришна, он... Giving honor to the, you know, puja, being worshipped by those. Он принял поклонение от оленях. So yeah, it is written Gopika. The Gopika speaking in a very, you know, nice way. И вот Гопи говорят. Ганьясма мурамата йопи харинна ета жананда нанданам патта вичитравешам акарна венуранитам саукишна сара. Pujam the Dhuru Virajitam Pranayavalupai. Those seedier actually just coming with their husband. Они пришли вместе со своими этими мужьями. Сахо Кришна Сара. Сахо Кришна Сара. I can make different kind of meaning. И вот эти слова, они имеют несколько значений. Саха Кришна Сара, одно из значений, вместе со своими мужьями они пришли, чтобы поклониться Кришне, на поклонение Кришне. И другое значение этих слов Кришна Сара значит, что те олени, их жизнь посвящена Кришне, и Кришна Сара – это их наивысшая цель их жизни. То есть эти два значения. И Акарна, они слушали с неотрывным вниманием. Акарна значит с акаршаном, с огромным вниманием, и поэтому акарна. И когда он играл на флейте, они все слушали. Акарна венуранитам сау кришна сара пуджам дадхур вирачитам прояма лупай. Because they have no, they don't have their hands.
не было рук, но они смотрели и таким образом поклонялись Кришне. Мы совершаем арати с огнем, а коровы и всякие олени, они своими глазами совершают арати. И жены полубогов, их положение очень опасно, они пришли посмотреть, но они чувствуют, какой-то экстаз, они не могут себя контролировать, они просто иногда падают без чувств. И Девьо виманагата йо смаранунну свара врашат прасуна кавара мамухур винибья. Девьо. Деви, wives of, you know, the demigod, Деви, жены полубогов, они на вимане, на этой... When they are watching, they are also feeling sometimes, you know, karma. На виманах, которые прилетели, иногда чувствуют какую-то каму, апакрита каму. Если можем обнять Кришну, то, ну как это, мы, не, к сожалению, не можем. И таким образом... И вот их волосы, которые были завязаны как-то очень... Прекрасно. И эти волосы также были украшены цветами, но эти волосы они развязались сами. И были очарованы его красотой. Piyuso muttam bhitakarana putai pibanta. And the Gomata, they are hearing. И коровы, они слышали, услышали этот звук от флейты Кришны. Gavastu krishna mukha nirgato venu gita, piyuso muttam bhitakarana putai pibanta. Their ear, you see, like glass. Их уши подобны стаканам. То есть, если я хочу вам дать какой-то напиток, то нужен какой-то емкость, но эти уши коров, они не подобны этим. Они так встали, приняли такое положение, подобно стакану, чтобы весь звук попадал в уши. Сабьяснуто станопайо кавала сматастурга виндаватмани дишастру кала спришанта. Yes, Сабья, those were small cup. И вот те, эти телята, они пили молоко от своих коров, от своих матерей. И когда это услышали звук флейты Кришны, они перестали пить молоко. И вот они замерли все, как коровы такие, их телята, как на фотографии. Пиджу самуттам митакарна путой пиванто, шавьясну тостану паяка валасма, тастурга виндам атмани, дисастру каласру санта. They are shedding tears also. Гомата, кап, you know, tears rolling down their cheeks. They cannot speak. The impact, you know, the result of their sound is so heavy, nobody can bear. И слыша звук флейты Кришны, они начали плакать, и также птицы, сидящие на ветках деревьев, они ели какие-то эти листья,
just growing, they are taking. Ну, недели только такие. But when the song coming, all birds stop sounding this then. Листья, которые только выросли, свежие. Но когда они услышали, они тоже замерли. Кришне читам тадудитам колобену гитам аруджо джеб друма бхуян ручиро правала шринанто мирито дришо вигатан навачаха прайо батан бабиога муньо ваньясмин Кришне читам тадудитам колобену гитам аруджо джеб друма бхужо друма бхуян ручи правалану Шринанта милита дриша вигатан навача. Those birds, they are singing in different branches when they are like муни. Муни, you know? Сидящие на... Those муни, they are doing tapasya, not moving their body, like that. В ветках они стали подобны муни, они замерли. Асмин мане, this Vrindavan, here, those birds, when Krishna playing on flutes, they are hearing, they stop, you know, and after that you see, they are like standstill picture. All different branches they stand still. They cannot speak. They stop taking, you know, flower and. И вот эти птицы не перестали есть и замерли, и эти птицы закрыли свои глаза и слушали этот звук. As if some kind of intoxication. Они были опьянены этим звуком. The nectar. They gone mad. Аруджо же друма бхуян ручила правалану сринанти амилито дриша. Милито дриша мин open eyes. Амилито дриша мин closing eyes. Сринанти. They're hearing as if drinking this wine. One kind of special. So now very nice, you know, picture. And this property exchange. Those are stavar, those are moving and non-moving, yeah. You know, all changing there. Water flowing, but water gets standstill. Jamuna water flowing, but now hearing the tone of Krishna, услышав звук флейты Кришны, она замерла, остановилась. You can cross over Jamuna. Можно было просто перейти without any boat. Без, ну, без... Now, Jamuna like stone. Она стала подобна камню. And Krishna замерла, и Кришна он стоял на камне, и этот камень, он расплавился, подобно воску, и даже сейчас можно найти эти следы во Вриндаване. I can go alone, or someone of same taste can stay with me, who can endure that kind of torture in Vrindavan. Torture for you, not for me. Somebody can say, "Who was Махарадж говорит, что он ходит на парикам, он привык ходить одному, или с кем-то, кто может такие же трудности вынести. Rustic life, very light, very nice. Now you see the property they are changing. И вот эти какая-то, и вот описывается, что эти вещи, предметы, они менялись качествами. Например, Ямуна застывала, а камни начинали плавиться и течь подобно воску. И вот таким образом, в начале всего, We go in front of, you know, see, you cannot touch me. Then the next wave coming and throw. You see, the devotee, they are playing this way. At the bank of, you know, see, and say, you cannot touch me. Then next wave coming and, you know, throwing you in water. This way,
This here, Jamuna was rotating and making, you know, big wave, excited, and want to wash the lotus, you know, feet of Krishna. Want to, as if like to embrace the lotus, you know, feet of Krishna. Alingana stogita murivir murmi bhujoir murarer grinanti pad jugalam kamalopahara, and different kind of lotus flower there in Jamuna in the form of wave, throwing. So lotus flower going and touching the lotus petal, as it going Pushpanjali. Yamuna, она выкидывала, кидала к лотосным стопам Кришны цветы лотоса, которые были в ее воде, подобно Пушпанджали. So, you know, this way actually, Natyastada Tadapadhaja Mukunda Gitam Avarta Lakshita Manabhava Bhagna Vega Alingana Stagita Murmi Bhujayru Marare Grinnanti Pada Jugalam Kamalupahara. As if some donation gave Pushpanjali. Krishna is also ready to accept you, give him. И Кришна был готов принять это ее подношение. Now we have no time to speak in details. I'm very sorry, catching my ear. And hantayam adridavala haridasa varajo yad ramakrishna charano sparsho pramodo manam tanuti sahogo ganayostayorya paniyo sujavasu kandara kandamude. Now as this Venugita Venugita, она прославляет Гирирад Махараджа. Он лучший из всех, кто служит Кришне, Баларама, их окружению, пастушкам, всем своим существом он служит ему. Yad Ram Krishna Charano Parsho Pramodo Manam Tanuti Sahago Ganyo Astayarya Paniyo Sujavasa Kandaru Kandamulai. You must sing this song. Вы должны петь этот киртан, эти слова повторять. Yad Ram Krishna Charano Parsho Pramodo Manam Tanuti Sahago Ganyo Astayarya Paniyo sujavaso kandaru kando mulani. This way, very beautiful picture, you see? This one? This is called actually Venugir. I wanted to give one nice picture of this Venugir. I'm telling you actually. Это Венугита, хотел вам как-то представить, но не могу представить должным образом. И следующая 22 глава. И Шукадев Госвами говорит. And spring you see, Basanto, you can see Basanto who? Basanto? И вот осенью, или... You know, first, Varsha, Sarot... Ну, в один из месяцев, Varsha, Sarot, Hemanto, Hemanto, Sit Hemanto. After winter season. Ну, пост после зимы, которая... То есть, как spring, бы, actually. Не весна, но как бы весна. Там 6-7 года. И вот месяц Чайтра, Фалгун, месяц Фалгун и Чайтра, весна. И все эти старые листья, они опадают и новые вырастают. И здесь Шукадев Госвами говорит. Hemante patame masi nando brojo kumarikaha cherur havishvam bhunjana kattayanya archana bratam. Hemante patame masi nando brojo kumarikaha. The small guard, they actually 4 years, 5 years more. И вот маленькие девочки около 4-5 лет, они решили обрести Кришну, и все они
Они пошли на берег Ямуны, и каждый день они принимали омовение в Ямуне и поклонялись Йога-майе с различными гирляндами, цветами, плодами, лампадами. И так каждый день они ходили и поклонялись Кришне. И Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу: «О Парикшит, о Ранджа, о царь!» Хавишьяна. Хавишьяна значит нечто очень чистое. И как, например, молоко коровы, оно хавишьяна считается, фрукты, цветы, и это как-то еще, как сказать, группируется по качествам. И вот они принимали эту хавишьяну очень каждый день. И вот они принимали омовение в реке, они делали божество Катайне и поклонялись ей. И вот они приняли обет Катайне врато. И каждый день они так совершали свое поклонение, и каждый день они приходили, клали свою одежду на берег реки и пошли, ходили омываться. Когда вы просыпаетесь, и здесь говорится, что они издалека приходили не перед Арунодоем, то есть не когда солнце восходит, а перед этим, когда этот восток, он становится таким алым от солнца, которое еще не зашло, вот это Арунодой называется, и в то время перед восходом солнца они принимали омовение в Ямуне, и каждый день они поклонялись Катайне. И как? Тандул means raw rice. Тандул значит это такой рис, что-то вроде говинда бога. И они подносили различные подношения, цветы, фрукты, гирлянды, чандан, эти благовония, лампады. И как они поклонялись, они говорили: вот такими словами, этой мантрой каждый день они поклонялись. Вы тоже можете, каждый должен повторять, мы Гауди должны повторить эту мантру, мы хотим обрести Кришну, как нашего Господа. Мы не мужчины, не женщины, мы души. Мы должны оставить это представление, что я женщина, я мужчина. Вы должны оставить его, иначе вы не сможете обрести это в раджа-расу. Нужно практически осознать это своим сердцем. О, мать, о Катайне, мы просим тебя, Кришна, он твой брат, как брат. Мы уже знаем, что вместе с доме Яшоды ты родилась как сестра Кришны, и поэтому, если мы попросим тебя, ты попросишь Кришны, и Кришна согласится с твоей просьбой. Кришна и Йогамайя, они родились от Яшоды.
И эта Катайни, она была во Вриндаване, никто не знает. То есть преданные знают, что это Катайни, а обычные люди нет. И вот Катайни, значит, был Катайни Риши, вот в честь его Катайни Деви называется. И это также одно из вечных имен Йогамайи. И она не просто какой-то обычный полубог, а ты внешняя энергия Кришны. О Катайни, о Махамайя. И различные у нее титулы, с которыми не обращаются. О Махамайя. Махамайя значит самая могущественная Махамайя. И Махайоги Надишвари. Не просто ты совершаешь какую-то йогу, обретаешь силу. Ты Маха-Маха-Йоги Надишвари, великий йоги, йогиня. То есть йоги и йогини, ты лучше из их всех. Поскольку все исходит из тебя, даже Кришна, когда он совершает расу. Как? Йогамайя упасрита. Без твоей милости, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что когда в Киркиртане посвященном Йогамайя, он пишет, что по твоей милости Кришна явил эту раса-лилу в этом материальном мире, иначе это невозможно. И поэтому мы прославляем Катайни. Если Катайни увидит, что есть сильная любовь к Кришне, то вся майя, она уйдет из вашего сердца. Вы можете увидеть только Нанда-Нандан Кришну. Ничего кроме него, никакая майя не сможет прикоснуться к вам, но ваше сердце должно быть чисто. Если Кришна видит, что вы не искренне, то Кришна он поместит вас в майю, в иллюзию. Он может послать вам какую-то иллюзию, какую-то майю, и вы пойдете из-за этого. Будьте внимательны, будьте искренни. Если вы находитесь со мной или за тысячи километров от меня, это не вопрос, я всегда с вами. И вот. Катайни может спросить, почему вы меня просите. Они говорят, что ты внутренняя энергия Кришны, и в то же самое время у тебя есть связь с Кришной, поскольку Кришна – твой брат, и если ты можешь попросить его, то Кришна будет доволен тобой, и мы сможем обрести его в качестве мужа. Поти – значит муж. Но здесь, если подумать, это Сакья Бхава может прийти, и я хочу более, как сказать, глубоко объяснить. То есть для Кришны все возможно. Он может один жениться на тысячах гопи, а для Кришны все возможно. Когда Кришна женился на 16 тысячах жен в Двараке, в одно время то все смотрели на Кришну, он был отдельно с каждой женой. И что же? Нет, то есть Кришна, он всемогущий, он может все сделать, и Йогамайя, и Кришна, они не отличны. Я уже сказал, что из Веданта Сутры, это Шлоку, что Шакти не отличны от своего обладателя. И вот они все просят, какого Кришна мы хотим? Не Мадхурадеша Кришна, не Дваракадиша Кришна, а какого? Нада-Нанданаши Кришна. Мы хотим его. Ити мантрам
Япантаста пуям чакру кумарика. И эти кумари, маленькие девочки, они поклонялись таким образом. And you see, evam masam batam cheru kumariyo kishna chetasaha with full tenacity. Вот с extreme love, вдохновением, с огромной любовью к Кришне. As in inseparable. Подобно тому, как он был неотделим от них, они всегда спали или ели, или еще что-то, они всегда видели Кришну. И вот с таким вдохновением, с таким неотрывным вниманием их ум был неотличен от Кришны. О, Деви, мы поклоняемся тебе и сделай все так, чтобы Кришна, он был нашим мужем. Хоть можно подумать, что есть Сакья Бава, но в Кришна Лиле. И вот в день Гуру Пурнимы я говорил, что какие отношения мы можем иметь с Кришной, но особая бхава, паракия бхава. И вот однажды они оставили свою одежду и вещи на берегу Ямуны и прыгнули, и пошли купаться в Ямуне, и Кришна узнал, что они поклоняется ему, и он пошел со своими друзьями и вместе со всей одеждой забрался на дерево Кадамбы. Они вот омывались в Ямуне, но Кришна с одеждой забрался на дерево Кадамбу. И вот когда они омылись, они выходят, смотрят, одежды нет, куда она ушла. И смотрят наверх, а там Кришна смеется вместе с их одеждой. Как? И будьте внимательны насчет Вастахарана Лилы. Вы должны быть очень внимательны. Не думайте, что Кришна забрал всю одежду и видит их обнаженными. Это не так. То есть это животные так объясняют. Веданте Чирахаран значит забрать внутрь такое тонкое тело. Это грубое тело. Оно состоит из... То есть ума, разума, читы, аханкара. То есть это одно из покрытия, которое не позволяет нам видеть Кришну. Вы должны избавиться от этого, от этих, как сказать, посторонних. Ну, в общем, нужно избавиться от ложного эго, никакого запаха ложного эго. Не должно быть. Кришна хочет видеть нас чистыми, без всяких ложных эго. То есть это значение Вастахаран Лилы. То есть Кришна хочет нас видеть не обнаженными, а именно избавившимися от ложного эго. И вот это значение это Вастахаран Лилы, то как, насколько мы можем предаться Кришне. Если вам, почему вам стыдно? Вы уже хотели предаться мне, почему вы стыдитесь? Значит, какое-то препятствие, какая-то преграда. Если вы хотите отдать все Кришне, но не можете что-то хотите себе оставить какую-то приватность в вашей жизни, это не настоящая любовь к Кришне. Вы это не позволите, если вы это сделаете, то вы не сможете обрести Кришну. Вы хотите какую-то личную жизнь поддерживать отдельную от Кришны и совершать Кришна-бхаджан. Тем временем это невозможно. Если вы хотите совершать Кришна-бхаджан, то полностью без остатка. Вы должны отдаться Кришне. Кришна хочет забрать вас
полностью, не наполовину, не на какую-то часть, а именно полностью. И в Бенгале мы говорим, вот если вы хотите обрести Шьяму Кришну, вам нужно оставить все, если вы хотите поддерживать какую-то, ну, как сказать, семейное положение или положение в обществе, то вам нужно оставить Кришну. Это одновременно невозможно. Кришна, он уникален. И таким образом Кришна, он забрал все одежды и ушел. Он забрался на дерево. И вот они смотрят, и Кришна, и гопи, очень стыдно стало, как можем выйти, как можем поклоняться, одежды нету. И Кришна говорит, вы совершили ошибку, вы без одежды омывались, ему не это плохо, вы должны выйти из Ямуны, подойти ко мне и должны забрать свою одежду у меня. И как это, как можем выйти из Ямуны? Одежды нету. И они начали возмущаться, о Кришна, это плохо, отдай нам одежду, иначе мы расскажем Камсе, что ты так беспокоишь нас. И вот они начали смеяться. И вот когда Кришна начал шутить, они смотрели друг на друга и не могли выйти, и начали говорить: о, мы хотим, мы можем пойти к царю Камсе и пожаловаться на тебя, что ты сын Нанды Махараджи, Нанда Махараджи очень набожный, а ты его сын, и как ты сможешь? И ты тоже должен следовать ему примеру. И о Шьяма Сундара, мы обещаем тебе, мы будем служить тебе всю жизнь, но, пожалуйста, отдай нам нашу одежду. Shyama Sundarati Dashyah Karvam Tabuditam Dehi Vasansi Dharmagyo Nochid Ragye Brubamahe. Otherwise we can go and, you know, lodge a complaint with, иначе мы пойдем и пожалуемся Камсе. Krishna says, go and speak to Kamsa, how to go? Bhagavan speaking. Но Кришна пошутил, идите рассказывайте. Майоктамба Каришата. You already promised that you are my maid servant. Вы уже пообещали, что вы мои служанки. In Gopi Gita we can find. В Гопи Гите мы можем найти. We are Sulko Dasika. Что мы? We are Sulko Dasika. Вот эти слова. We can sing this song. They are very nice. Only one Gopi Gita, Venu Gita, one thing if I discuss long time. Гопи Гиту и Вену Гиты можно обсуждать, you know, очень долго, месяцы. So, Bhagavan now speaking. И вот Бхагаван говорит. Наколу Гопика Нандано Бхаван Акхила Дехинам Антаратма Дрих. We know you are not the son of Gopika. Мы знаем, что ты не... You are sitting in every heart. Then? Что ты... А мы знаем, что... Because Madhurjo, and Aishwarya is dominated by Madhurjo. Забыли, что Кришна пребывает в каждом сердце. You cannot say that Gopika they are uneducated. They know nothing about Tattva. Нельзя сказать, что гопи не образованные, ничего о знают о Таттве. Они знают все о Таттве лучше всех, но они не выражают это знание. Они хотят любить Кришну, обнимать его, целовать, служить ему. А то, что пишется в Ведантах, всякие жертвоприношения им неинтересны. И вот смотрите, Кришна говорит, когда гопи начали жаловаться, что ты, что мы твои, мы обещаем тебе, что мы будем твоими служанками, но отдай нашу одежду. И Кришна сказал, хорошо.
ну, делайте, что хотите. И он говорит дальше, что если вы действительно мои служанки, то и делайте то, что я говорю, выходите из воды, берите одежду, поскольку вы уже сказали, что вы мои служанки. Если вы даси служанки, то должны следовать тому, что я говорю, но они сказали, нет, мы не можем, нет, вы должны. Атрагатто свавасанси прати чанту сучисмитаха. Сучисмита, you are the purest of all pure. Вы все чистейшего, поэтому выходите, берите одежду, я вам не стесняйтесь. Если хотите жаловаться, кам сидите, жалуйтесь. Ваша свобода выбора, идти ко мне за одеждой или жаловаться кам си. Прадасе кинг круддо раджа каришвати. What that king can do? И что этот царь может сделать? Что Камса может сделать мне? Может он разгневаться и все? Но я не могу отдать вам одежду, но если вы хотите, можете идти в Матхуру. Решайте, что делать. We cannot come out successful. Let us obey. What Krishna speaks. И гопи они не знали, что делать, и решили делать то, что говорит Кришна, и они пришли со сложными ладонями. И you know, this way actually a big problem. Bhavato yodi me daso, if you are really my maid servant, I mean dasi, then come and obey while I am speaking. И вот если мои служанки, идите и делайте то, что я говорю. So, or you can go there in Mathura and complain against me, what Kamsa can do. Now they are very, very, actually almost winter season. For long time they are, you know, deep inside. Это была еще практически зима. Ну, только кончилось, достаточно холодно было, они долгое время находились в воде, ну, что делать? Кришна не готов слушать нас, и они все вышли из воды со сложными руками и взяли у него свою одежду. И после этого Кришна благословил их. И Кришна говорит, Krishna now speaking. I know that your heart. Я знаю ваше сердце. I know all about your heart. Why you are doing this? Почему вы совершаете эту врату? Я знаю. Sankalpo viditoha swadhyo bhavati nam madarchanam mayano madito swasau satya bhavatum arhati. Like Chaitanya Mahaprabhu speaking same thing. Как Chaitanya Mahaprabhu говорил тоже из Бхагаваты. All you know, Gopika here. И все гопи слышали. Nimai coming and taking forcefully all fruits and flowers there. А и Nimai пришел на Гангу и забрал все фрукты и подношение. Nimai взял эту гирлянду и съел все фрукты и спрашивал, что он делает, как вы молитесь, я пришел. This is actually same sloka. Это же слог, и Nimai говорит то же самое слоку. Читание Бхагавати, читание Читамы, можно найти ее, и говорится, Sankalpo, your determination. Ваша решимость. Bhavatinam madarshanam, why you are worshipping me? Почему? Я знаю, почему вы поклоняетесь мне, и я одобряю, я благословляю вас. Вы можете получить все. Вы станете успешными. Mayanumodito sasu satya bhavitumarhati.
И очень скоро это станет явью. И после этого Сиддханта, которого вы должны помнить всю жизнь. Когда ваше сердце и ум, они полностью во мне, полностью вы не думаете ни о чем, кроме меня. Если ваш ум думает о каком-то объекте наслаждения, это плохо. А если ваш ум и сердце оно полностью привязались к Кришне, это не кама. Это может... Это весь наш баджан, веды, веданты, упанишады, они все ведут к той великой удаче, что Кришна явится и обнимет нас. Хотя внешне выглядит, что это кама, но это не кама. Кришна говорит, такую Сиддханту, Камаха камая карпи. It is not actually, it is like кама. Это подобно каме. It is like кама, not actually. Но это не кама. Почему? Why? Actually, you can see поскольку вы можете видеть, что как. And all other seeds you see, you can collect if you boil, and you know, then after that if you bow, you cannot get, you know, that kind of chara cannot sprout, you cannot get. А то есть если семена. After boiling, the possibility finish. Перегреть, то есть сварить, то они не вырастут. Так и вот подобно. И вот люди, находящиеся в невежестве, могут... То есть если мы стремимся к Кришне, кто-то может сказать, что это кама, но это не кама. Например, если какие-то семена выварить, то... Их возможность порасти, она уходит, и таким образом любая пракрита кама, какая-то материальная кама, она уничтожается. Если вы любите Кришну, то никаких беспокойств вы не будете чувствовать всю свою жизнь. मायानुमोदितो सो असो सत्य भवितु नरहति नामयावेशतो ध्याम कामो कामाय कल्पते भरिता कथिता ध्याना प्रायोगीजायुनेश्यते सो आई गिव परमिशन и вот я даю вам разрешение, ты можете отправиться домой и получить, и вы получите результат вашего поклонения со временем. И таким образом, получив наставление от Кришны, и так или иначе, с тяжелым сердцем они оставили, они пришли во Враджадам, то есть они вернулись во Враджадам свои эти дома и не хотели возвращаться, но Кришна сказал, очень скоро я явлюсь в качестве вашего мужа. И внутри их сердца была огромная любовь, огромное влечение к Кришне. Они не могли просто взять и уйти домой. Но что делать? Мы должны ждать тот момент, когда он придет, Кришна будет нашим мужем. И их сердце было такая апракита кама, что сейчас мы хотим обрести Кришну, если Чайтанья Махапрабху свои лилии в Парашутам даме, он плачет, то есть сейчас Кришна, он явился передо мной и ушел, где же Кришна, я хочу видеть его. И такая прекрасная лила, и постепенно вы должны развиваться и получить эту бхаву. Если вы станете сахаджи, то и хотите это падение навсегда, будьте внимательны. И я могу привести все примеры из разных источников. Я не делаю какую-то новую философию. Никто не может напасть на меня. Я могу
привести свидетельство из всех писаний. So ityadishta bhagavata lavadukamaha kumarikaha dhyayantaha stattpadam bhujam krichat nirvivishur prajala. They are going to their respective house. И вот они вернулись в свои дома. Now actually they all gone. Krishna playing with their, и Кришна играл на своими дошками, пастушками, ходил по Вриндавану, и Кришна сказал: смотрите, о мои друзья, смотрите эти деревья. Настолько они набожные, они никогда не ожидают ничего ни от кого, они только хотят служить и служить. Если вы хотите отрубить ветки на дрова или плоды или листы или укрыться от солнца под их тенью. Strong, scorchy sunlight, but still you are taking rest there under a tree. То есть, дерево. Если вы там рубили ветки совсем недавно, сейчас отдыхайте в тени этого дерева. Дерево оно не возмущается и не жалуется. So Krishna, citing one example, он пример приводит такой, смотрите, идеализм этих деревьев. Этават джанма сафалам дехинам ихо дехишу пранай рартир дхия вачасео срио ива чарит сада. I'm in different place, different kind of writing. Пранай рартир дхия вачасео ачаран сада. Krishna speaking in front of his friend. Своим друзьям, что это, смотрите, это лучший пример. И таким образом, саду хочет дать нам все, и ничего не надеется получить от нас. Если кто-то получает это, Итават джанма сафаллам дехина ми хотехишу пранайр артир дхия вача срею ачаранам сада басрею ивам ачарит сада суба. This is the final teachings by Krishna. Krishna giving an education высшее наставление Кришны, что Кришна приводит пример деревьев, но внутреннее значение каково, что гопи, они будут служить мне так, что мне нечем отплатить им. Now actually, 23 глава. It is called Jagyapatni. Very nice topic here actually. Someday Krishna Balaram, pastушские гопы, они ходили по Вриндавану, и однажды эти друзья Кришны, гопы, сказали: мы чувствуем голод, мы голодны. So, could you find some solution? И вот мог бы ты помочь нам? We like to very hungry. Мы очень голодны. Now we can go, how possible, Maharaj? Как возможно, кто-то говорит, что во Вриндаване никто не голодает, но это с помощью йога-майи сделано специально, иначе если бы не были бы голодны, не было бы того и сего, то как Кришна совершал бы лилу, это все делается с йога-майи. Если вы голодны, то это маха-майя действует, а если те ваджаваси, спутники Кришны, голодны, это маха-майя, йога-майя делается внутренней энергией. И вот они говорят: и вот Шукадев говорит: Here also Devakishita.
И здесь Девакисута говорит, говорится в этой шлоке. Бхактая випро бхарьяя прасидан идам абурвит. Want to do some good, you know, give some blessing to those who? Jagya Patni. That's why Krishna speaking this way. Actually, here, very near, actually, и вот Кришна сказал, yeah, что nice здесь jagya. Браманы ягью совершают недалеко. So you can go there, then. Вы можете пойти, они совершают ягью, так много просада там. Вы идите и попросите что-то от моего имени, что Кришна Баларам голодны и хотят есть, давайте просад. Бхактая випро бхарьяя прасидан идам абурвит. Because by in the meantime, вот Krishna is very satisfied. Тем временем Кришна был очень доволен Ягьяпатни, женами браманов, Ягьяпатни, почему? Поскольку они всегда думали о Кришне, но их не было возможности получить какое-то общение с Кришной. И откуда они узнали о Кришне вообще? Там была такая Малини, она ходила в лес собирать цветы, и она все время воспевала славу Кришны, и все жены браманов, эти Ягьяпатни, у них была возможность слушать славу Кришны. И вот они слушали этот трансцендентный звук. Имя Кришны, трансцендентную славу Кришны, которую Малини всегда воспевала. И они ждали с огромным желанием, что однажды мы увидим Кришну. И вот они ждали. Those, you know, coward boys, they come. Пастушки пришли к браманам. Кританджали пута бикрана дандават патида бхуби. And they are paying dandavat with folded hands. Они со сложными ладонями подошли к браманам и говорят: о, о браманы, Будевы. Бхусурагана, Йоганнатас Гусей writing, is all Бхус. They actually Brahman. They are your topmost он, jewel in this art. Назвал, он назвал их лучшими, те, кто защищают славу Веды, Веданты, Бхагавана, они бушены, такие, так сказать, украшения этого мира. И Рагунат Дас Госвами такие слова используют. И вот они пришли и говорят: о, браманы, слушайте нас, ну, в смысле, уделите нам внимание, что мы пришли от Кришны. У нас просьба к вам, что надо. Мы пришли сюда, знаете, наверняка, мы пришли от Кришны и Баларама, и мы все пришли для вашего блага, что здесь совсем рядом. Рамачитоу бола сантоу бхукшитоу тайор дижа оданамартино яди срдда ча бо ячато дхармавиттама. You are doing jagya, that's when you are doing all about the stress of jagya. We expect, maybe you don't know. Мы надеемся, что вы знаете о сути яги. So, well, you know, и поэтому мы, Кришна с коровами, с Баларамом, они тут рядом, и они голодны, голодные, и они просят чего-то поесть, просада, рису хотя бы. И если у вас есть вера, шрадха. Шрадха, сабде кое, судиро вишас. Шрадха, сабде, сабда, мин,
Шрата значит сильнее вера, что если мы служим Кришне, то все наши другие обязанности, они автоматически собой исполнятся, это зовется Шрата. И вот, it is expected that you are doing jagya. Maybe you are doing secrecy. Or at all you are doing secrecy. Вот мы надеемся, если вы совершаете ягью, то вы наверняка знаете о сути яги. И вот мы пришли выразить вам почтение, поскольку те, кто знают дхарму, они наивысшие. Но they are going to give. They say no. They are not speaking anything. They should know they are doing jagya. Они должны знать, что они совершают ягью, подносят что-то Кришне. Этот полуш Кришна Баларама, они пришли к вам, а вы огню подносите. А смысл, если сам Кришна пришел к вам, но они как бы не заменили, проигнорировали, точнее. Они проигнорировали, сам Кришна пришел, но они были заняты ягья. Что ягья может сделать? И вот. In different one or two different kind of jagyas there you should fast. И вот есть различные яги, на которых нужно поститься, но на которых на некоторых не обязательно поститься, пока яги не закончилась. Но к этой яге это не относилось, поскольку эта яга была такая, на которой можно было есть, но ничего не дали. Мантатантатритиягнайо девата яджаманасча крату дхармасча шанмайо. Different kind of sight, six factors. Des, time, space, you know, kal, time, and the, you know, the position, and drabya, mantra, who is doing jagya, I, how. These all oriented factors in jagya. В яге, ну, некоторые строгие яги, некоторые не строгие, но в конкретной яге, которую мы проводили, можно было есть и раздавать прасад. Но эти браманы, когда они ничего не ответили, эти пастушки пошли к Кришне Балараме и сказали, что «О, Кришна, ты послал нас туда», но они вообще ничего не ответили. И мы вернулись. Но они просто ничего не дали, ничего не ответили. Ну, Кришна сказал, хорошо, смотрите, идите к их женам, где их жены, они вот там, рядом все сидят. Они не дадут нам ничего, нет, дадут, идите от меня попросите, смотрите, что случится. Долгое время они ждут, чтобы ждут меня с сильной любовью, эти жены брахманы, ягья-патни. И вы можете пойти и спросить, они дадут вам все. А если они проигнорируют нас, нет, как и... Like jagyic brahman, they are not going to ignore if they hear my name. Они не будут вас игнорировать, если они услышат мое имя, они вам сразу дадут все, что вы хотите, идите и от моего имени попросите. So sankarsan agatam, I'm already coming here. Я уже здесь. Скажите, что я здесь. Emma, huge amount of rice they can give. Они могут дать все, что вы хотите. You know, this prasadam they can give. Дасянти камам аньям бо снигда мою шитадья. They have снигда. They have no кама inside. У них нету вожделения внутри. Они любят меня и поэтому дадут все, что пожелаете. Then after that, и после этого эти пастушки они пошли к женам браманов и говорят.
О, жены брахманов, Ягьяпатни, пожалуйста, слушайте нас. Ито видури жарата Кришнена хейшита вайам. We are all sent by Krishna. Мы посланы Кришной, что правда? Гасчарана сабрупали сараму дурамагата, just nearby. И вот здесь они совсем рядом, Кришна с Баларамой, они голодны. Бабукшитасьо ташанам санугасья прадиятам. All those coward boys and Krishna Balaram. И вот этих всех пастушков, Кришна Баларама, пожалуйста, накорми, дайте просаду для них. И услышав это, Ягипатни, они обрадовались. Долгое время мы ждали, чтобы увидеть Кришну. Но он уже пришел сюда. Упаятам нитьям таддаршану цукаха таткатакхипта манасо бабур ято саммамаха. They become very, you know, они conscious. Очень and, you know, вдохновились. With all sorts of, you know, и все sabji. Горшки с овощами и прочими. Bahu gunam annam adayo bhajane bhajanmin pot. All different kind of pot. They are taking and running. Where is Krishna? И вот взяли они все горшки с просадом и спрашивают, где же Кришна? И подобно тому, как вода течет с реки и в итоге вливается в море. Ганга, Ямуна, Сарасвати, они все в итоге вливаются в океан. Like, you know, so fast they are writing with sabji and the chapa, everything, prasadam, you say. Chaturvidam bahugunam adayu bhajani avishusru. Avishusru mean? Это слово значит, долгое время они ждали. Avishar mean, hero and heroine when meeting very secretly. It is called avishasa. Very, very secret thing. But now, as if the chance coming, who going to lose this chance? И вот когда у них выпала возможность, они сразу были готовы бежать к Кришне, чтобы накормить его. Обишасру, here обишасу, обиша, обиштапуран, артам, гаманам, обиштапурам. And they have their, you know, some desire inside. У них было желание в сердце, и чтобы исполнить его, они побежали к Кришне. Прием сарва сумудра вива нимнога. Like, you know, нимнога mean river, rise. Those husbands think, hey, where are you going? Мы все увидели и начали кричать, куда пошли, не уходи, остановитесь, но они не услышали. Bhagavati Uttam Sloke Dirgo Sruto Dhritasaya. Very important sloke. Dirgo Sruto Dhritasaya. I already discussed this point actually. 20 number sloke. And 20, и вот 20 шлока. You know, 23 chapter. 23 глава. Нишитамана, they fall. Don't go. И хотя мужья им запрещали. All barrier. Они вырвались и они побежали в сторону Кришны. Кто остановит нас на пути к Кришне? Патимин, husband, Бхатри, all their, you know, brothers, и вот и мужья, братья, друзья, all their, you know, son and daughters, but still they're not going to hear. Но они просили их остановиться, но они не слышали. Джамуно пабане асо кабана паллабо мандати мандите бичарандам ритам гупай сваграджам дадурсу стрия. They are running at the bank of Jamuna. И вот они побежали на берег Ямуны. Ямуна не совсем берег Ямуна, Упаван. Ямуна, Упаван, значит, какой-то лес на берегу Ямуны, рядом с Ямуной. Ямуна, Упаване, Ашок, Паллава, Ашок,
Ашок, там был такой особый цветок. Пандава Пандити, very nice garden actually. And there they find Krishna. И там они увидели, что Кришна вместе с Баларамой и Гопой, все другие пастушки, которые пришли просить просад, кто-то уже там был. И жены браманов, они увидели. И после этого они не могли уже идти. Из-за своего чувства их руки и ноги, они, как сказать, застыли, и они смотрели на Кришну. It's like hero putting one hand in the shoulder of one friend with one leg in a twisted like Krishna standing and this way like hero number one. Shyamam hiranya paridim banamalla varho. Nice garden by Krishna. Он был украшен гирляндой и этим павлиньим пером. Shyamam hiranya paridim. Paridim means this cloth is like. Его одежда, она была золотого цвета, подобно молнии. Shyamam hiranya paridim banamalla varho. Такого бело-золотого цвета. Manubhatanse. Dhatu prabal, different kind of they are, you know, they are putting aloka tilaka, red, they are putting here and there so you can glamour, look nice. And vinyasta hastamitara, you know, one hand is in the soldier of, you know, like friends, and very nicely, and one hand like chabi ring, chabi, you know, key ring, one hero, this way, moving, is in one hand, one lotus flower is there moving this way. Dunan abjam. В одной руке у него был лотос. And karmot pala loka kopol mukhabjohasam sun smile is there. And karmot pala one nice special flower is there to prove I'm number one hero. To prove this point. И еще был какой-то у него особый цветок, и эти жены браманов, когда они увидели Кришну, они сошли с ума от такой красоты. О царь, подобно тому, как долгое время их сердце оно горело, и сейчас with their eyes, mind, своими глазами they're putting our picture inside their heart as if unknowingly they're embracing to quench you know to balance the heating this way too much heating inside but now they get this picture of Krishna inside the heart and unknowingly they're giving blessing they're quenching their hot heart you know this way так и видя Кришну, их жажда, она как-то, как сказать, остыла. Не остыла, как сказать, они исполнили свое желание увидеть Кришну. Кришна, он уже знает, что они пришли ко мне, оставив все. Они имели великую надежду, что Кришна, мы сможем принять прибежище у Кришны, и Кришна хотел проверить их, и вот он решил подшутить. Приходите, какое служение я могу сделать для вас? И Кришна говорит. Welcome, welcome, come on. Now take place here. What seva I can do for you? Speaking this way. Swagatam bo mahabhaga. You are all very lucky, woman. Вы все очень удачливы. Swagatam bo mahabhaga ashyatam. Ashyatam karavamakim. What I can do? What seva? И что я могу сделать для вас? Говорите. Janno diddikshaya prapto upapannam idam hibo.
И вы с огромным желанием, огромной любовью пришли ко мне. И сейчас он говорит, сейчас вы вернитесь назад домой, поскольку все ваши друзья, мужья, отцы, матери, дети, они, может, ждут вас, и поэтому вы лучше возвращайтесь назад. Но когда Кришна так сказал, эти жены браманов начали плакать. Они сказали, не надо шутить так над нами, поскольку вы прекрасно знаете, мы пришли сюда навечно, чтобы никуда не уходить, и ты сейчас говоришь нам, чтобы вернуться к своим обязанностям, и что за обязанности остались у нас дома, если мы пришли к тебе, ты все и вся, ты наша наивысшая цель. И вот, когда Кришна сказал им делать так, то Ягьяпати начали плакать. Намайвам бивоарати бхавана бхавитум нисамсам. You should not speak this way, heartless. Вы не должны говорить такие жестокие вещи. Бивоарати бхаван гадитум нисамсам. You should not speak like a heartless man. Вы не должны говорить так. Сатьям курушо нигамам таба падам. Because it is already your promise. Поскольку это уже ваше обещание, твое обещание в видах. И в Веданте ты говоришь нам, что те, кто приняли прибежище у тебя, ты дарующим это прибежище, нас отправляешь назад домой. Что это? Сатьям курушо нигамам таба падам улам прапта байам. Тураси дама падаво срштам. Кешир нибоду матим аланга самаста бандхуна. We cut all relations and anything. Разрубили все наши связи и пришли к тебе. В итоге, а ты говоришь, возвращайтесь назад, совершайте свои обязанности. Ну что же, обязанности у нас остались. И сейчас, если мы вернемся, то наши мужья, дети, отцы, матери, они не смогут принять нас, поскольку мы нарушили их просьбы. И наши жены тоже, они сказали не возвращаться. Bhagavan speaking, Bhagavan Vacho. Bhagavan Vacho, you know, first of all, those Gopika speaking, they cannot accept us as before. Сначала Гопи сказали, что они уже не могут принять нас как раньше, поскольку мы ослушались их и пришли к тебе. Who is going to accept us? Father and brother. Кто примет нас? Отец, мать, братья, дети. No father, nobody. Никто. Because we come in. Поскольку мы пришли к тебе. No, патайо, питаро, сута, ба, но, ватри, банду, срхидо, куто, ево, чанне. Тасмад, Бхагават, прападдайо. Патитатманам но нанья бхавит гути раравиндо ят тат бидехи. You do accordingly. Согласно. Not going to give us any place there. Bhagavan now speaking. No. То есть они не хотим возвращаться, поскольку нас не пустят. Но Бхагаван говорит, я обещаю, вы возвращайтесь назад, все ваши друзья, мужья и прочие. Friend circle, they all can. Они все примут вас. Father and mother, they can accept you. You can go and test. Идите и проверьте. Патайо набва суерано питри бхатри сутадайо локасчабо майо пета дева опи ануманмати. Actually, you can go. They cannot give any blame.
они не могут, не смогут вас ни в чем обвинить. Они дадут вам место. Идите, возвращайтесь, поскольку я нахожусь в сердце каждого, и я вдохновляю их, и поэтому идите, не бойтесь. Никто не может что-то плохого вам сделать. И таким образом Шукадев Госвами говорит. И вот они совершают ягью, они не разгневались на вас. И тем временем они... И вот Кришна, он пребывает в каждом сердце. И... Яд байам гуру бо нинам сварте мужья махе дия. Those go, you know, those are jagi brahman. Яги браманы, они начали сожалеть, что посмотрите на великую удачу наших жен, насколько удачливо, что сам Ягья Пуруш пришел к нам. Но когда они пришли к нам, мы игнорировали их, мы настолько неудачливы. Дикулам дикрия дхакшам вимуха джету адхакхаджи. Already I started with the адхакхаджи. Сказал вот об этих словах Акшаджа и Атхокшаджа, что Атхокшаджа Васту, Кришна. Вот эти ягик браманы, они говорят, будь проклят, наше рождение, оно все бесполезно. Мы родились в высокой семье. То, что мы учились в Гурукуле, так много уроков принимали, учились так много, все это бесполезно. И вот три вида рождения, одно рождение из чрева матери, другое при посвящении. Когда священный шнур принимается, это второе рождение, а третье, когда вы приняли прибежище лотосных стоп чистых гуру вайшнавов. Giving much importance to those factor, but now we see everything useless. Staying in Gurukul is useless. Браманы говорят, что все бесполезно, что мы делали, жили в Гурукуле, получали образование и наши три рождения, они все бесполезны. Дигжанму нас тривид видьям, дигвартам дигбхудгатам. So long we are, you know, как долго мы думали. So much. We are very wise. Мы думали, что мы очень разумны, но нет. Мы отвернулись от Кришны, от Акшаджа Васту. И поэтому наше все положение, наше происхождение, оно все бесполезно. Мы знаем столько мантра, оно тоже все бесполезно. И Бхагават Майя, Бхагавати Майя настолько сильна. Она может, это Бхагавати Майя настолько сильна, любое время она может нас побеспокоить. Может принести какие-то проблемы. Нунам Бхагавату Майя Джогинам Апи Махини Яд Байам Гурубо Нинам Свартхо Мухья Махи Дия. И вот Йога Майя Махамайя, мы очарованы ею, не смогли понять тебя. Кришне Джагадгуру
Джагадгуру Кришна. And our, you know, wives, they are, you know, любят Кришну очень. So we are really, you know, happy to see the situation. Очень счастливы, видя какую огромную любовь к Кришне они имеют. О, пассато нарином опи Кришна Джагадгуру. Джагадгуру и Кришна, they are developing so much love. Джагадгуру Кришна, он. It's very lucky there. Huh? Дуранто бхавам, йо авиддап, мртупасана грихо. So that they are, you know, out of bondage. И вот они избавились от материальных оков. They are going out of они bondage. Избавились даже от наших, сказать, от наших указаний. Jo avidyat mittu pasat. You know, we are in family life. Мы живем семейной жизнью, но они получили лучшее, наивысшее благо, наивысшую надежду служить Кришне. И мы позор нашему происхождению, позор нашим трем рождениям, образованию. Дуранто бхавам йо авидьят митту прасана грихаме адхинам. But we are not developing that kind of shartha very well. Но мы не развиваем такую, мы не развили такую веру, и это очень плохо. This actually, и таким образом, those, you know, Jagi Brahman, they actually crying. Они сокрушаются. Why? Почему? Поскольку можно сказать, почему? Поскольку достаточно недавно, когда эти пастушки пришли от имени Кришны, они попросили что-то, но они ничего не дали, а сейчас они поняли и сожалеют. И какая же Сиддханта в этом? Почему так случилось? И вот Сиддханта такого. Те брахманы, они были заинтересованы в результатах своей яги. Может, они, как, конечно, уважают Кришну Баларама, но не до такой степени, чтобы там что-то сделать по-другому. Но когда эти яги падни, жены брахманов, когда они с полной самоотдачей пошли отдать все, что у них было Кришне, но они были женами дармы, Сахадармини зовутся. Сахадармини, много раз я говорил об этом. Даран и Дрон. Даран и Дрон. И как Нанда и Яшуда. Кришни Гарва. И Кришна Гарва. И таким образом, смотрите. Дара-дрон. Дара-дрон. One. Что это значит? Another is he. See? Дара-дрон. Another is he. I already speak many times. You forget actually. So they become, you know. И вот. They are doing bhajan. Then after that they get Krishna. Совершили бхаджан, обрели Кришну, и поскольку они были женами своих мужей. Сахадармини. Сахадармини значит, если жена что-то сделает. Хорошую половину от этого муж получит. Если муж что-то делает, то жена, соответственно, получит. Если они дали этот прасад Кришна Баларами, то мужья половину блага получили от этого, их сознание поменялось. И сейчас они, им стало стыдно, они начали думать. So this что они сделали, уважать жен за то, что они их не послушали. И таким образом, насам дижо санскару, first of all saying, Ахо пассата нарина мупи кишне жагадгуру дуранто бхавам, йо авиддхат митту прасан, прасан, митту прасан грьявидхана. They break all, you know, rules and regulations. И вот они нарушили все правила и предписания и отправились к Кришне, чтобы служить ему. И вот эти брахманы начали говорить. They are not going to Gurukul. Они
наши жены, они не ходили в Гурукулу. И они получили такое чувство бхаву по отношению к Кришне, а мы совершали аскезы. И у наших жен даже нет никаких самскар. Они даже гайтри не получили. Они даже не учились в Гурукуле. Они девочек никогда не отправляли в Гурукулу. И у них нет таких движа самскар. Не совершали аскез, не изучали веды веданты, как они могут знать, что к чему, но как их... Они не совершали ни яги, ни обетов, но откуда они развили такую любовь к Кришне, но мы нет. И как это возможно? Из-за саду-санги. Они получили общение с кем? С Малини. Из-за этой саду-санги, у них единственный был Малини, о ком они услышали от Кришны. И вот они думали о славе своих жен таким образом. Насколько они преданы, настолько решимы. Мы совершаем различные аскезы, поклонения, но все же мы не обретаем ничего. Но они получили преданность. Они обрели преданность Кришне. Мы совершаем различные самскары и прочее, но не обретаем этой силы. И таким образом брахманы не начали так жалеть, восхищаться своими женами. Ято ядусу, ити сусрома хиопи мура на бидмахи. We already heard. Мы уже слышали, что Парапаракилешвар Кришна Бхагаван, он пришел к нам, но мы не поверили. Он йогешвар, все йоги, Ишвар, он высший из всех. Саешу Бхагаван Сакшат Вишну Йогешвар Ишварах, Ято Йедусу Ити Асринво Хиопи Мура Но Бидмахи. We are already. Мы уже слышали, что Кришна Баларам, Верховный Господь, Он. Но мы не могли поверить в это. И вот эти, по великой удаче, мы, у нас такие жены, мы очень удачливы, что у нас такие великие жены. И таким образом, эти жены брахманов, начали возносить такие молитвы, что мы молимся тому Верховному Господу с помощью Чимая. Мы так рождаемся, умираем и прочее все происходит. И вот эти брахманы, они сожалели, выражали свое сожаление, они исправили, они осознали свою ошибку.
это произошло потому, что их жены, они были их, так сказать, женами. All about, I'm discussing about them. Today I like to stop. Tomorrow we can, eh? One question. I don't hear. One question, please. One? Question. Huh, well, what question? Naga Patni, which type of sadhu sangha did he get to get so high bhakti? Who? Naga Patni. Naga Patni? Huh. They don't know which sadhu sangha they got that did it. Нагамати actually, they find one sitting there, then when she came to the temple of Anantadeva, down with the from there, Anantadeva, also Anantadeva. Supreme Lord, also Anantadeva is a devotee, both. So Нагамати, they find that they are in the prayer, in morning time, and in their prayer, and Jaya Dija Patni Jaya Nagakarna Gaon, Bhakti Te Jara Pailo, Govinda Charan. То есть они как-то обрели милость от Анантадева. Они всегда поклоняются Анантадеву, и от этого они обрели милость. Кришнаад парам кима питаттамам на жане. Ванчакалпатарвусаке басиндхавеша патитанан павана бхувишна бью намо намо.